Привет, супермены! Проходим с вами Project Cars 2. Ребят, это у нас будет, наверное, уже финальная серия, и на этом мы завершим, ребят, карьеру. А почему финальная, я вам объясню. Дело в том, что я хотел записывать, ребят, вот именно дисциплину Endurance, но она настолько долгая, там, короче, три этапа нужно проехать по полчаса, и последняя, это у нас гонки на выживание, там 2,5 часа, короче, нужно это все маслоганить. Я решил, что ну его, короче, к монахам, эту дисциплину. Проходим с вами вот IndyCar, последняя формульная дисциплина. И на этом завершим уже карьеру именно в Project Cars 2. Поэтому давайте с вами переходить, смотреть, что она себя представляет. Ну и, в общем, смотреть ролик. Последняя финальная серия. Так мне не хочется расставаться именно с этой игрушкой, но, ребят, придется. Выходят новые новинки игр, поэтому будем переключаться на них. Ну и я думаю, те, кто был на моем канале, вы не зря на него подписались. Поэтому постарался вам, так знаете, вкратце изложить все дисциплины. Возможно, мы с вами будем проходить там какие-то, может, марки, признания каких-то моделей автомобилей. Но саму карьеру мы с вами закончим. Итак, ребят, у нас здесь Chevrolet и Honda, вот несколько машин. Так, 322, 384. Это даже побыстрее, смотри какая. 740, 725 лошадок. Так, а Honda? Какие здесь Honda? 386, 350. Ну, в принципе, характеристики у них одни и те же. Ну, давайте все-таки возьмем Honda, да? Honda IR12 Oval, как-то так она называется. Короче, выбираем ее, берем какую-то раскрасочку такую хорошенькую. Ну, это какая-то женская раскраска, черная с красным. Вот, в принципе, вот Doom. Давайте вот такую вот раскраску возьмем. Прикольно. Подписываем контракт. И 4, ребят, 4 этапа нам с вами нужно проехать, 4 гонки. Давайте переключаться, это у нас, о, смотрите, кольцевая гонка, что-то я вспоминаю ее в этом самом, скажите, гонке, которую мы с вами проходили, похоже на Motorsport, как же он называется, блин, вот забыл, и все, ну да ладно, вспомню, я потом вам скажу чуть позже, бывает такое, что вылетает из головы и нужно что-то делать, в общем, ладно. Переходим, слабая облачность, гонять с вами будем переключаться и с видом от первого лица, и с видом от третьего лица, чтобы и так было интересно. Напомню, что это у нас, ребят, финальная серия, поэтому назову я ее уже финал. IndyCar, то есть не IndyCar, а Endurance мы с вами не будем проходить, потому что это слишком долго, уморительно и вообще. Короче, от третьего лица. Ничего себе звуканчик у нее. Ой, братишка, что ж ты меня так вытолкал, а? Быстрая машинка. Так, вот здесь вот, наверное, нужно нам оттормаживаться. А, не. Топим, значит. Да я вижу, что чисто. Одиннадцатая позиция. Да, я сейчас их нагоню легко. Вот, когда на овал заезжаем, вот здесь вот мы будем с вами, ребята, топить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да чтоб тебя, чё тебя так бросает? Чё-то машину реально носит так. Такое впечатление, что антикрыло не работает вообще никак. 11 место, второй круг, у нас всего лишь 6. Кругу. О, пацаны, мы отстаем. Играю я, ребят, на геймпаде, не на руле, чтобы вы знали. А
А то еще скажете, что я криво езжу. Для геймпада это я нормально езжу. Так, есть 10-я позиция. Давай, 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 давай. Третий кружочек. Машину, видите, как трясет. Ну куда ты заехал в забор? И снова меня заносит вот именно на этом месте. Прям я не знаю, то ли там дорога такая хорошая. 9-я позиция. 4-й кружочек. Чуть не развернуло. А это что? У меня прям сердце в пятке. Вот, видите, снова меня вот именно на этом месте. Там какое-то черное место. Реально, вот. Я их теперь нагнать не могу. 8-е место, 5-й кружок. Капец просто. Так, только не говори, что опять меня сейчас выкинет. Да не, не выкинуло, нормально. Догоняю вроде бы. Есть, 7-е место, зашибись. 6-е. Пятое. На 5-м месте завершил. Увы, и ах, в тройку лидеров я не попал. Но, тем не менее, продолжаем. У нас 4 этапа. Я думаю, на следующих мы гоночках там сможем их как-то обойти. Это мы гоняли от третьего лица, сейчас мы попробуем с видом из кокпита. 4-я гоночка, поехали. Long Beach, Америка, да? Трасса коварная, помню ее. Здесь повороты такие, что их вообще прохлопывать нельзя. Я имею в виду, если ты прохлопаешь поворот, то потом потеряем очень много времени. Вот здесь нужно будет поосторожнее быть в этом плане. Резкая машина в поворотах, ну, я имею в виду, реагирует на управление. Боты, я уже бота уже раскусил, у них это самое, они в поворотах тормозят очень сильно. Ну, я имею в виду, тормозят именно интеллектуально. А не так, что там резко. Вот, смотрите, первый кружочек, и мы уже... Ох-ох-ох, извини, братишка. 5-е место. И вот у нас уже 4-е местечко. Пока они там спать будут, а здесь я уже вот на 3-м месте. Заметили, какие короткие передачи здесь? Так, вот тут вот на этом повороте нужно быть аккуратней. Второе место. Да, сейчас нагоним этого лидера легко. На изи.
Повороты ихняя слабость, но не моя. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот и все. Гуляй, Василий. Хорошая хондочка. Мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Вот видите, прохлопал. Ну давай, включай ты вторую скорость. Я еще не туда еду. Ой, капец. Ой, вообще. Тринадцатое место. Вот это так лохануться. Посмотрел, называется, в зеркало. Вот же ж. Растяпа. Да еще и второй круг. Да пошел ты. Так, восьмое место. Ну давай, давай. Вот последний, третий кружочек. Так, ну давай уже, блин, едем по хардкору. Шестая позиция. Хотя бы в тройку попасть уже. Уже раз слился, так. Не, в тройку не попадем, но хотя бы четвертое место. Я думаю, вот этого вот, вот эту шаромыгу мы догоним еще. Четвертое, ну давай, третьего сможем отбить. Они рядышком вот находятся. Так, ну хотя бы третьим приехал, уже хорошо. Фух. Третье уже неплохо. На остальных, я думаю, спецучастках мы с вами как-то дотащим это все дело. Так, ну, что там, что кнопка не работает? Так, ребят, третий этап, поехали. Это у нас Verizon IndyCar Series. И где мы с вами будем? Indianapolis Motor Speedway Oval. Опять круг у нас будет такой, но я думаю, тоже мы его затащим. По прямой обгонять гораздо легче. Тем более ясная погода. Ни дождя, ничего. Все должно быть круто. Все должно быть круто. Давайте поедем от такого вида, тоже прикольный. С 25 места мы стартуем. Так, приготовьтесь к старту. Готов. Позиция 25 у нас. А за нами никого нет. Мы самые последние, как лохи, да? Давай. Вот так вот. Вот это борьба, конечно. Давай, давай, давай. Так, выехали напрямую. Вот здесь вот можно кочегарить. Так, братишка. Так. Ох, машинку так в бок, знаете, сносить в поворотах не кисло. Давай, 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 давай. 9 кругов нам нужно проехать.
Я понял. Кольцо не слишком таки большое. Тем не менее, 10 место, второй кружочек. Немножко зацепил я ограду, но тем не менее это мне не мешает. Аж никак не мешает обгонять своих соперников. Девятая позиция. Немножко будем так сбавлять газульку на поворотах. А на прямых можно кочегарить. Восьмое место. Вот сейчас вот у нас будет седьмое. Да. На изи. Седьмое место. Третий кружок. Стабильно рулится машинка, все неплохо. Пятое, четвертое. Ну, отлично. Третье сейчас будет. А вот и второе. Немножко того торцанули, но... Главное, что мы почти лидеры. Все, пока, братан. Ху-ху! Это у нас уже третий этап. И здесь мы лидеры. Не кисло мы так ускакали от них. Я думаю, где-то нас рассоединяет. А, вот мы можем посмотреть. Почти 1,5 секунды. У меня отрыв. Уже 2 с лишним. Красавелла. Мне этот вид даже больше нравится, чем на прошлых. Мы гоняли там от третьего лица, от второго. С этого вообще кайфово рулить. Почти 6 секунд отрыв у нас. Неплохо. Седьмой кружочек пошел. Какая же здесь максималочка? 330. Триста пятьдесят точно давит машинка. Триста шестьдесят. Ой-ой-ой-ой-ой. Засмотрелся на спидометр, но зато 360, ребята, топчет эта машина. И последний кружочек, ребят, остается.
good here. Final lap now. Just keep it on the island and take the checkered flag. You can do it. Девятый кружок. Их уже и рядышком нету. Отстали от меня практически на 10 сек. Все отлично, поздравляю, твоя первая победа в твоей игре, отличная работа, отличный пилотаж. Есть первое место, и того в общем зачете я должен быть там на каком месте, на третьем, четвертом. Две гонки я в принципе слил. И опять у нас кольцевая гонка, так, Verizon IndyCar серия, это где мы с вами будем выступать. Техас Motor Speedway, вот такая вот кругленькая трасса. Тоже мне весьма знакомая и знаменитая она. Так, поехали. Так, поехали. Снова у нас 6 кругов. 25 место. Давай. Да подвинься ж ты же не сам едешь. Трасса, видите, немножко треснутый асфальт. Видно, данная трасса, у нее уже возраст. Она старенькая, наверное, давно уже используется в автомотоспорте. Одиннадцатое место. Вот и девятое местечко у нас. Сколько нам там еще ехать? Да ё-моё, потерял время. Достать нам их будет очень тяжело. Офигеть просто. Пятый круг, у меня девятая позиция. Не, ребят, не нагоню. Хотя вот вроде бы я их и нагоняю, но... Не, ребят, девятое место у нас будет. Все, ребят, не затащили мы. И, наверное, этот чемпионат мы с вами не выиграли, да? Итого, первый, да ладно. Девятое место. Не, ребят, получили, смотрите мы. Я думал, мы все, слили его. Серебро, да? Кубок, конечно, красивый. Очень классный. Так, итого, продолжить.
Так, Verizon IndyCar серия, поздравляем, вы успешно завершили эту серию, теперь вы можете тра-та-та, короче, IndyCar. IndyCar мы затащили на золото, и у нас, ребята, доступна еще одна дисциплина, Формула С. Вот она у нас открылась, ребят, и, значит, это у нас предпоследняя серия, потому что Endurance мы с вами точно ее проходить не будем, а вот пройдем вот еще Формула X. Последняя, это последняя серия именно в карьере Project Cars 2. И на этом мы попрощаемся с этой игрушкой. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, рекомендовать, возможно, какие-то другие игры, которые вы хотите видеть на моем канале. Ну и до скорых встреч, новых видео и стримов. Пока!